Мы посланы нести Божью любовь. И мы используем ее, чтобы выразить свою любовь к Господу в действии, служа другим людям, будь то прокаженные, умирающие или калеки, лишенные любви и заботы, где бы они ни жили, для нас они сам Христос в рубище. Я благодарна и очень счастлива принять эту награду от имени голодных, неодетых, бездомных, калек, слепых и прокаженных, от имени тех, кто чувствует себя нежеланным, нелюбимым и брошенным, от имени всех изгоев нашего общества. Я хочу одарить этих людей любовью и состраданием, помочь этим людям с улиц, которые не способны не только удержать сеть, но и просто устоять на ногах. Моя цель — дать им рыбу, чтобы поставить их на ноги, а уже потом пусть кто-нибудь даст им сеть. Политика и прочее. У нас нет на это времени. Слишком многое требует нашего внимания прямо сейчас. Если я сегодня увижу человека, умирающего от голода, прежде всего я должна убедиться, что он будет накормлен. Пока мы будем разбираться с цифрами, мы позволим этому человеку умереть от голода.
Мы даем особую клятву безвозмездно и от всей души служить бедным людям. Весь наш труд во славу Божью. И мы готовы помочь любому. Единственное условие — он должен быть беднейшим из бедных. Нам необходимо это святое причастие, чтобы снова стать ближе к Христу, поскольку Иисус в хлебе и Иисус в искалеченных телах бедняков — это один и тот же Иисус. Поэтому мы должны быть как можно ближе к Нему в молитве и самопожертвовании, должны уметь прикоснуться к Нему в теле нищего. Жить полной жизнью, уметь радоваться жизни. Никого из вас не заставляли приходить сюда, это был ваш выбор. Я ни на секунду не сомневалась, что поступила правильно, что это была Божья воля. Он сделал этот выбор, и это счастье у меня никому не отнять. Не было ни сомнений, ни печали.